Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попала вот такая вот синяя болгарочка Bosch GVS-7125. Не на камеру, разочек я уже включил ее. Второй раз включать у меня желания нет. Приступим сразу к разборке. Для начала снимаем щеточки. Щетки, кстати, стоят не оригинальные. После того, как щетки сняты, откручиваем корпус редуктора от корпуса электрики. Кстати, кто-то разбирал, видимо, и даже недовинченные шурупы. Ну, дают. Сразу прекрасно видны следы трения ротора о статор. Теперь давайте взглянем на редуктор. Вообще не люфтинки, но все равно проверить стоит. Обе шестереночки, как можем видеть, в идеальном состоянии. Подшипник в опорном фланце абсолютно без люфтов, крутится очень хорошо. Ну и про втулочку эту могу сказать то же самое. Идеальное состояние, как будто и не ходило. Вот, так что редуктор оставляем в покое. Но перед тем, как приступать к ремонту, давайте обязательно этот инструмент весь продуем, а то он весь в пыляке. Вот мы наш металлоломчик продули, поэтому давайте приступать к ремонту. Первым делом открутим вот эту гаечку, которая держит у нас шестереночку маленькую, ну и подшипник с этой платформой пластиковой. Откручивается все это очень-очень просто. И снимается все вручную. Снимем сразу и этот подшипник, он тоже плохой. Поснимали подшипнички и давайте смотреть на причину, по которой эта болгарка к нам сюда попала. Вот она, наша причина. Подшипнику кранты. Значит так, что мы будем менять? Будем менять нижний подшипник на роторе, точнее я его уже поменял. Будем менять подшипник, который стоял вот в этой пластиковой основе. Ну и сменим на всякий пожарных смазочку. Мало ли, что там с подшипника в нее попало. Вот, ну и человек вроде бы говорил, что хочет поставить нормальные щетки, а не то, что ему кто-то там поставил. Почистили шестереночки от старой смазки, вычистили полностью смазку из редуктора и начинаем собирать. Вставляем подшипничек в нашу платформу и поправляем резиночку. Затем ставим нашу платформу на якорек. После этого ставим нашу шестереночку. И завинчиваем гаечку. Не забываем гаечку поджать. Вот. Перед тем, как собирать болгарку дальше, обязательно надо почистить щеткодержатель. От нагарчика и от грязюки, чтобы наши щеточки не подвисали. Не забываем в корпус электрики поставить воздухозаборник, чтобы потом не пришлось из-за него разбирать еще раз болгарку. Значит, ставим резиночку. Резиночка у нас в этой болгарочке идет с кромкой, поэтому ее сначала ставим на подшипник, а потом вставляем уже все это дело в корпус электрики. Я, как всегда, накладываю немножечко лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И давайте вставлять ротор в корпус электрики. Опа-на. Все должно войти легко и очень легко крутиться. Без лишнего шума. Вот так. Теперь давайте ставить корпус редуктора. Делается это вручную. Еще раз проверьте, как у вас все крутится. Должно крутиться легко. И после этого можно все это дело закручивать. Лупанули мазюкалки без фанатизма в редуктор. И давайте собирать. Перед тем, как закручивать, покрутите завал. Убедитесь, что зуб не попал на зуб. Ну вот, болгарочка почти собрана. Осталось поставить лишь
щеточки. Убираем пружиночку. Затем ставим щетку. Ну и остается надеть мамку вот на эту папку. После того, как щеточка установлена, ставим крышечку. Ну и, естественно, прикручиваем. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Работает. Кстати, ничегошная такая болгарочка. Надо будет на нее как-нибудь запилить обзорчик. Вот. Ну а я надеюсь, что видео было полезным, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, и хватит.